В южном микрорайоне около торгового центра «Эвер» предположительно нетрезвый водитель «Тойоты Короны» повредил две попутные иномарки и уехал с места ДТП. Все участники этой дорожной истории двигались по Суворова в сторону улицы Павла Морозова. Первым под удар попал 49-летний автолюбитель на «Тойоте Пробокс». Мужчина навещал родителей. Около полуночи вместе с женой и дочерью он возвращался домой. Хабаровчанин, получивший водительское удостоверение 28 лет назад, ехал по второму ряду. Лихач – по первому. Автолюбитель на «Короне» явно не жалел сил, нажимая педаль газа. Когда «Тойота» нагнала «Универсал», нарушитель, судя по всему, потерял контроль над иномаркой и оторвал боковое зеркало заднего вида на машине оппонента. Случившееся нисколько не смутило лихача, и он продолжил свой разрушительный маршрут. Сзади вот фары летят. Принял вправо, мне зеркало снес. И машина даже не тормозила. Вот на красном, на светофоре стояла машина, вот в нее остановился. Потом пытался скрыться. Второй жертвой неадекватного автолюбителя стал 24-летний водитель Honda Civic, остановившийся у стоп-линии на красный свет. Приезжий из Дагестана этим вечером катался с приятелями по городу на арендованной иномарке. От удара Civic швырнуло вперед. Столкновение было мощным, но молодой человек, лихо корежащий чужие иномарки, решил не занимать себя судьбой оппонентов и помчался дальше. Водитель пробокса поехал следом, попутно общаясь с полицейскими по телефону. Погоня оказалась недолгой. Через несколько сотен метров машина нарушителя остановилась во дворе дома, расположенного у остановки «Рынок». Вскоре сюда же подъехали и автоинспекторы. Хабаровчанин 1990 года рождения отрицал свою причастность к ДТП. Не знаете, за что задержали? У меня фары не включены были. А то есть за это, да? Да. То есть вы трезвый, да? Да. Этот молодой человек уже попадался полицейским в неадекватном состоянии. Правда, не в алкогольном опьянении, а в наркотическом. На сей раз хабаровчанин от прохождения медицинского освидетельствования отказался. «Тойота Корона», которую управлял лихач, принадлежит его матери. Никаких документов, помимо паспорта, у горожанина при себе не оказалось. Иномарку отправили на арест-площадку. С места происшествия Юлия Рябцева, Анастасия Манина и Андрей Алферов.